Свой профессиональный праздник сотрудники Солнечногорского отдела ЗАГС отметили на рабочем месте, принимая поздравления отовсюду. Поздравительный адрес от Александра Владимировича Якунина, от руководства Главного управления ЗАГС Московской области. Ну вот сегодня у нас такой положительный эмоциональный праздник. В завершении 2014 года сотрудники ЗАГС подводят итоги. Статистические данные дают повод для оптимизма. В этом году зарегистрировано больше браков на территории Солнечногорского района. Больше, вот на сегодняшний день, опять же, уже около 50 браков мы превышаем годовую, ну, показатели 2013 года. И, в общем-то, существенно уменьшилось число разводов. С 13 декабря в Солнечногорском ЗАГСе стартовала акция «Елка пожеланий». Перед регистрацией брака молодоженам предлагают написать свои желания на новогодних шарах. И в конце регистрации вешают они этот шарик на нашу елку. Поскольку считаем, что к концу акции она продлится еще 2 недели, до 27 декабря, вся наша елка будет украшена. Мы тоже верим в новогоднее волшебство, поэтому и решили поучаствовать в акции «Елка пожеланий», повесить свой шар с желаниями на елку. А вдруг сбудется? Кристина Верхотина, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».